Как известно, Россия богатая страна. Она постоянно проводит роскошные мероприятия, строит, например, гигантские мосты для какого-нибудь саммита, проводит олимпиады, постоянно списывает долги третьим странам. Очень любит, кстати говоря. Кроме того, она постоянно финансирует некоторые особенно значимые российские регионы, например, Кавказ. Эти статьи бюджета, как известно, полностью защищены. Что касается всех остальных, то Медведев нам рассказал известный российский анекдот. «Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?» «Нет, сынок, ты будешь меньше кушать». Вот что сказал дорогой Медведев всем россиянчикам, которые не имеют счастья жить на солнечном Кавказе, иметь отношение к Сочинской Олимпиаде, ну, а также не быть сомалийцами или алжирцами, или там кому у нас еще списывали долги, а окажется еще Сирии и Ливии. Так вот, ну, которые, собственно, не имеют счастья быть гражданином этих цветущих стран. Вот у них все будет хорошо, потому что папа не будет меньше пить, а вот мы будем меньше кушать.